воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогер України» і я її ведучий Тарік Незалежка. Дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що у нас такі стандарти. До нас приходять дівчата, і ці дівчата обов'язково мають бути розумними і красивими. Ми цих стандартів дотримуємося. Вітаю у нас в студії Катерину Жарких. Спасибо большое, Тарік, за такі приємні слова і рада знову тебе бачити. Я дуже старався. Благодарю. З чого хотілося б почати нашу розмову? Дивись, ми завжди, коли ми зростаємо, ми на когось дивимося і обираємо ту людину, на яку ми хочемо бути схожі. От я, наприклад, в дитинстві, коли був підлітком, мені дуже подобався Арнольд Шварценеггер, і я хотів бути схожим на нього, тому що він сильний, чесний, і ще щось у нього було позитивне. У тебе були такі люди, такий приклад, ну, крім батьків? Ну, мне нравился образ Жанны Д'Арк в детстве. Я прочитала книгу достаточно в раннем возрасте. Это было очень странно, наверное, что маленькая девочка читает о такой войне. Мне восхищала женщина, которая там со своей идеей, за своих людей шла вперед, ничего не боится, свои идеалы, идеи отстаивает. Мне это в самом детстве очень нравилось. Ну, потом я росла, и потом менялись вкусы, но, наверное, первый такой персонаж – это была Жанна Д'Арк. Це дуже чудово, тому що я хотів би тобі показати приблизно схожу, може, для когось схожу людину. Вона теж, ну, каже, що вона за людей, вона за ідею, за революцію і решта. Це Тетяна Чорновол. На твою думку, як? Є якісь паралелі між цими двома персонажами, на твою думку? Ну, Жанна Д'Арк все-таки була за свій народ, да? А Чорновол більше от за себе і... Ну, не совсем ее можно назвать представники своего народа, теж. Ну, представитель своего народа. Ну, даже такая невеликая коло. Ну, так вот, а Жанна Д'Арк больше людей охватывала, если уже сравнить. Но я бы не сравнила Чорновол с Жанной Д'Арк. Ну, дивись, давай, вот зараз у тебя есть своя такая думка, але я хотел бы показать тебе одно видео, и, може, после этого видео ты переконаешься, что Жанна Д'Арк и Чорновол – это одна и та же самая людина. Просто реинкарнация через несколько сот лет. Давайте увагу на екран, давайте подивимось, що я мав на увазі. Що це було? Це була Тетяна Чорновол. Вона показала, що вона граціозна, смілива. Як жінка-кошка. Так, саме так, саме так. І, ну, в принципі, у неї дуже великий досвід того, як треба долати паркани, тому що ми пам'ятаємо, що у пана Януковича, президента Януковича, був паркан значно вищий, і Тетяна змогла його подолати. Так що це, в принципі, так для розміночки було. От був Сергій Бубка, ми знаємо, це олімпійський чемпіон, який шестом стрибав дуже високо. Я думаю, Тетяна Чорновол, якщо б вона поїхала на Олімпійські ігри, то золото 100% було б наше. Ну, от лучше б вона спортом займалася, чим тим, чим вона займається останні роки. А може вона тренується? Це тренування у неї таке? Тренування, Тарік, відбувають в конкретному місці. А тут це нарушення общественного порядку. Тому єдине, що можна сказати, що штрафануть что-либо ее. Ну, потому что как-то это неправильно. И вообще, этот весь цирк, мне кажется, что все украинцы уже устали от таких вот видяшек, от таких вот выступлений, потому что, ну, сколько можно, когда будут уже решаться конкретные вопросы? У нас такая беда в стране, к сожалению, кроме шуток. Потому что, ну, мне больно. Вот я смотрю, о, очередная какая-то видео, какой-то информационный вброс, мы это все обсуждаем,
и что? Ну, чим менше ми обращаємо внимание на такі... Ну, так, може, Таня Чернового якраз вона за якимись серйозними справами намагалася добратися до зам... Не жалея попи своєї, да? Да-да-да. Вона хотіла просто на брифінг замдиректора ДБР потрапити. Ну і що? Потрапила. І що вона там? Вона потрапила. Вона... Щось сказали, до неї звернулися представники поліції, які запитали, а як ви сюди потрапили. Відповідь була феноменальна. Вона сказала, що вона потерпіла на Майдані. Це, в принципі, шикарна відповідь. Тобто, якщо ви перевищаєте швидкість, вас зупиняє поліція, ви кажіть, я потерпіла на Майдані, і все, і ніяких питань не буде. Ну, от це проблема, що люди починають прикривати свої якісь противозаконні, м'яко говоря, я не конкретно про цей случай з Чорновол, а взагалі, в принципі, взриваються гранати на вулиці, попадають, вбивають дитину з пістолета, куча оружия на руках. Ну, тобто, і все це прикривається тим, що, ну, там, я воював, я розумію, що... Воевать – это сложно, это опасно, там, и очень много людей, которые действительно стоят там на своей идее. Окей, хорошо, но это не должно переходить в наше общество, где есть правила и законы. И если их не соблюдают, значит, государство не будет мощным, не будет стойким и не сможет справиться с вызовами, которые у Украины более чем достаточно. То есть ты против того, что у какой-то людини має бути индульгенция на все? Конечно, ну, должен быть закон. Вот, когда не знаешь, как разобраться в том или ином вопросе... Ну, это же есть закон. Оцим людям все можно, а оцим не все можно. Нет, ну, это не закон. Это, у нас такого не написано, если что. Ни в Конституции, ни в законодательстве. Поэтому это такая полемика. Тобто мы тогда возьмем, забудем про нашу Татьяну Чернову, потому что в любом случае она была... выздоровления скорейшего. Пускай уже выздоровеет и перестанет свою бедную... Капець, на всякі колючки. І тим паче, чого це вона приходить в ДБР без червоної сукні? Червона сукня, тоді б все було, мабуть, по-інакшому. Тоді б її не випхали з цього засідання. Ну, нічого. Давайте перейдемо до наступної теми. А вона дуже класна тема. Це тема пов'язана з грошима. З грошима наших держслужбовців. Топ-держслужбовців. Яка колізія? З одного боку, ми хочемо, щоб у нас не було корупції, тобто, щоб наші держслужбовці не брали хабаря. Для цього треба, щоб у них була непогана зарплатня, так? Я думаю, що ні. Має бути погана зарплатня. Ні, у них повинна бути зарплата, яку вони заслужили. Тобто, коли ти йдеш... топ-чиновники или просто в чиновники, ты должен понимать, на что ты идешь и чего тебе хочется. И если ты хочешь зарабатывать много денег, иди в приватный сектор, то есть, там, не знаю, продавай, придумывай какие-то стартапы, продавай их за границу, в Украине, пожалуйста, придумай какую-то новую технологию, отлично, зайдет просто на ура, эти скутеры, электрические машины и прочее. Есть же куча идей, куда пойти, и можно нормально заработать. Если ты хочешь идти управлять страной, это совершенно другие вещи. Ты, ну, это просто морально неадекватно, когда ты получаешь сколько, 17 раз больше, чем там средняя зарплата, то есть, или 17 прожитковых минимумов. Это ж ненормально. То есть ты как бы, еще и эти чиновники жалеются о том, что вот мало денег. Ну, как это тебе мало денег? Там 36 тысяч, как там Новосад. Там да. 65 тысяч. Для многих людей это непонятно. На Новосад? Ну, это же не настолько великие гроши. Она сказала, ну, он действительно 36 тысяч гривень. Может, она мала бы по-инакшему трохи поставить это питание? Она сказала бы, как жахливо, что у нас вихователи в дитячих садочках отримують там 7 тисяч. Я не знаю, як там вижити, а от у мене 36, і от мало, мало, хочу більше. Совість, звісно, от я ж говорю, моральний аспект, совість взагалі потеряли вкрай. Тобто, як поворачується язик, якщо ти в курсі событий, в курсі, що відбувається у тебе в країні, в образовательній сфері, скільки отримують учителі, школьні психологи, то, що теж дуже важливо. Хто хоче йти на цю роботу? Ніхто. Ну, тому що, ну, як ти прокормиш свою сім'ю? А ти жалуєшся о тому, що тобі не вистачає 36, а ти попробуй на 3, на 4.
4 тысячи зарплату прожить, учитывая, что там коммунальные услуги, здравоохранение, то есть тоже пойти к врачу тоже, ну, стоит денег, времени и так далее. То есть это насколько нужно наплевать на свой народ, чтобы вот так вот высказываться. Може, ми все одно якось занадто строго до них відносимось, бо дивіться, от, наприклад, Держстат заявив, що зарплата, загальна зарплата в Україні збільшилась на 11,9%. От це ж рух вперед. Ага, може, вместе с ценами. І держслужбовці подивилися, ну, на 12, рахуйте, на 12% збільшилась зарплата, то може і нам трошечки, нас же не так багато. От... Тарик, у мене просто встречний вопрос. Они вообще заслужили то, что они получили? Что они такого сделали? Ну, то есть в своих отчетах они, конечно, заявили, что мы там сделали... Все топ-чиновники сказали, что мы сделали большой прорыв за эти там более чем полгода. Но... Я, например, не ощущаю больших прорывов в нашей стране. Вот, Тарик, ты ощущаешь? Лучше стало жить. Я хотел бы сказать, ну, я, в принципе, мабуть, не буду рассказывать, что я сейчас відчуваю стосовно цього, але на что хотел бы звернути увагу. Пан президент, відколи він спілкувався с паном Гончаруком и давав ему останній шанс, він сказав, а ви, будь ласка, подивіться, наскільки ці зарплати, вони, як же він сказав, наскільки вони... відповідають ситуації в країні. Я уверена, що пан Гончарук от посмотрит, скаже, я посмотрел. І потім ще читається, що він зробив поручення президента. Він розумна людина. Тобто це означає, що я там буду казати, краще мені стало чи ні. А от пан Гончарук, я думаю, він точно має всі ці необхідні дані для того, щоб зробити такі висновки, що зарплата, наприклад, там, в 250 тысяч гривень, это нормально. Это должно быть нормально. То есть, если вы хотите поднять себе зарплаты, вам нужно поднять тот же самый прожитковый минимум, улучшить экономику в стране, чтобы для нас не было сумма 36 тысяч гривен, да, какой-то заоблачной, и ну, весь интернет, нормальные люди, обыкновенные, которые работают каждый день и работают на таких, ну, опять-таки, если мы про новосад говорим, про школы, да, какая-то огромная ответственность. Обучать подрастающее поколение, смотреть, чтобы никто не покалечился, воспитывать и так далее. Это очень ответственно. И также ответственно должны относиться, как наши простые люди на простых должностях, но очень важных профессиях, должны получать, ну, не менее, ну, если и меньше, потому что все-таки там чиновники, пожалуйста, но больше. То есть вы хотите поднять себе, тогда это должно эквивалентно подняться зарплаты. Это якесь цены для державы либертарианской. А у нас либертарианская держава, это, по-перше, а по-друге, ну, знов, я наполягаю на том, что, ну, ці чиновники, вони ж мають бути, в принципі, заможніми, і щоб у них не було бажання взяти хабаря. У них ізначально не должно бути взагалі ніякого бажання взяти хабаря, тому що, якщо вони беруть взятку, значить, вони вслідстві забирають у своєї країни. Значить, це не государственники, значить, цим людям плівати, що буде з їх країною. Значить, їм плівати, що буде не тільки з країною, але й з людьми. Тому що, якщо їм було не плівати, вони б гнули свою лінію. Насчет, кстати, вот этого... вообще этой новости, если говорить, оппозиционные силы подали законопроект, который говорит, давайте вот ограничим зарплаты чиновников и привяжем к прожиточному минимуму. И мне кажется, это отличная инициатива, но мне кажется, что ее вряд ли в Раде поддержат. А если поддержат, это будет большой показатель. Мы же можем потом посмотреть поименно, кто поддержал, а кто не поддержал. Потому что если они будут заинтересованы в том, чтобы поднять страну так, как они говорят, то они проголосуют «за», потому что это более чем логично. То есть мы хотим получать больше, но мы хотим заниматься страной, а не там, идти в приватный сектор и придумывать, как я говорю, новые технологии, да, какие-то и там зарабатывать. Мы тогда будем поднимать прожиточный минимум, будем работать над экономикой. Гончарук, не знаю, захочет ли он этим заниматься. Может быть, эта вся новость как-то...
сподвигнет наших чиновников подумать, а может быть, зря они пошли вот с фотографов, там, с тамады и прочее. Может быть, все-таки надо было там остаться, а пускай в власти придут люди, которые хотят вот сделать, и для них не самое главное обогатиться самим, а обогатить страну. Где ж нам таких людей знайти, які хочуть і думають, як би мені не стати багатшим? А я уверена, що вони є, Тарик, тому що є опитні государственники, які стоять на своєму дуже довго, і в парламенті їх там немного, але вони є, слава Богу, і хоть их там закидывают камнями, они вот как говорили, так и говорят. Поэтому я очень надеюсь, что просто силы будут крепчать, и таких людей будет больше. И больше будет людей, которые будут об этом говорить. Ну, я в это очень искренне верю, потому что не хочется уезжать с этой страны и искать там, не знаю, счастья за бугром, где чужая страна будет обо мне заботиться. Поэтому я думаю, что многие украинцы тоже не хотят уезжать со своей страны. И необходимо все вместе стоять на том, чтобы были все-таки государственники, идти на выборы и голосовать за людей, которые не меняют свое мнение, когда меняется власть. То, что мы наблюдали неоднократно. То есть государственники, ну, мы их будем вычислять, как то говорят, потому что они... Предлагают. Что они предлагают? Не, ну, они же все пропонуют, чтобы зарплаты и пенсии были высокие. Да, высокие, но только ничего не делается. Вот мы проголосовали за команду, да, и надеялись, что оно как-то поменяется. Не поменялось. Я изначально не верила в том, что Зеленский придет и там порядок наведет. Конечно, во втором туре без исходности, тобто, да. Тобто с того часу, как мы в останній зустрічалися, в позитивну, скажем, площину... Идут диалоги, да. Это все красивая обвертка, но в результате я не вижу каких-то фундаментальных изменений, извини, но вся команда тех же топ-чиновников продолжает политику Порошенко, бандеризацию, продолжают украинизацию, то есть, которую я уже отождествляю с бандеризацией, да, мы забываем нашу историю, мы, ну, никаких реформ ни в образовании, ни в медицине не происходит. Реформы отбываются, а вы, в принципе, вот эти лучшие стороны, ты же понимаешь, реформы, которые мы бы почувствовали и понимали, что мы идем в том направлении. Нам же обещали много чего. Вопрос в том, что это все меняется. Есть люди, которые говорят, и все-таки их слово более твердое. Конечно, когда это, возможно, произойдет, когда придут государственники, то мы тоже будем держать руку на пульсе и указывать им. Но они вряд ли будут нам рот закрывать, в отличие от прошлой и нынешней власти, которая закрывает каналы, забирает лицензии, и будет какая-то демократия. Потому что нормально, когда СМИ критикуют власть. Это, ну, нормально, то есть мы смотрим, и это как рычаг давления. Если они будут делать что-то не то, да, мы все об этом будем говорить, общество будет бунтовать, дискуссии, и, возможно, это принесет какие-то там плоды, плоды общения, да, ну, дискуссия, это же нормально, и нормально то, что приходят новые решения из этого. Ну, це ми поки що думаємо, що дискусія – це нормальна, а потім прийде час, і ми зрозуміємо, що нормальне – це просто мовчати. Так, ну, це тоталітарне общество, там не лібертаріанство навіть. А от одразу хотілося б перейти до теми тоталітарного суспільства. Як страшно стало. Да. Відбулася зустріч між президентом Польщі Анджеєм Дуди і нашим президентом Зеленським. Про що вони говорили? Вони говорили про те, що, ну, по-перше, пан Зеленський, він зазначив, що необхідно нам поліпшувати наші відносини. Сказав, що Польща – це четвертий партнер України, тобто товарообміну. Цікаво, хто перший. Ну, не тільки товару, але й чоловіка обміну тільки в одну сторону, в сторону Польщі. Ну, скільки у нас у сторону Польщі. А от зі сторони Польщі, от, наприклад, що я хотів би зазначити, от, наприклад, нещодавно я купував молоко польське. Воно дуже якісне, воно дешевше, ніж українське. Тобто привезли звідти, поставили наші мережі торгівельні, і воно дешевше. І воно де доказ того, що це дійсно якісне молоко. Це те, що воно 6 місяців може зберігатися. Так що, і в принципі, це достатньо непогане досягнення і показник того, що наші відносини, вони кріпчають. Але
Виходить так, що ми з Польщею начебто ближче стаємо, але як тільки якась іде розмова, то після цієї розмови між двома президентами якось погіршується ситуація з нашим іншим сусідом, з яким у нас і так, в принципі, такі дуже напружені стосунки. А як це відбулося? Пан Зеленський, він зазначив, що Польща – це перша країна, яка постраждала між, через те, що був зговор між тоталітарними режимами, тобто Гітлером і Сталіном. Твоє ставлення до я цього считаю, виразу? Я вважаю, що Зеленський продовжує грати на маленьку кучку радикалів. І це дуже странно. Ще в минулий раз ми з тобою говорили про те, що це не відповідає очікуванням избирателя господина Зеленського. Тому що хто ж голосував за Зеленського? Цифры нам показывают, это отнюдь не те люди, на которых он сейчас ориентируется. Эта группа голосовала за Порошенко, там, не знаю, за свободу, там, за голос и так далее. То есть все, что и же с ними. И это большой плевок, опять-таки, в сторону избирателей. Это очень глупо, потому что с каждым таким вот событием, с каждым таким заявлением он все дальше и дальше от своего народа. Очень смешно наблюдать о том, что вот он пытается вот в эту радикальную тусовку вписаться, учитывая, что весь мир, что Европа, что США как раз отторгаются от этого. Мы же помним, вот буквально на днях ЦРУ выставила документы, где, в принципе, информацию, которую мы там и так знали, насчет правда-неправда, я не буду комментировать, но там нелестно говорили о Степане Бандере, да? И вот сейчас, американцы. Но это вырезка, это не секретные документы, это вырезка с газеты. В принципе, тут больше инфоповод, то есть о том, что вот, смотрите, Бандера это плохо, а вот в Украине его чествуют, да, то есть идет вот наоборот на упадок национализации. Точно так же, как Трезуб объявили радикальной символикой. Але, в принципе, Великобритания, они вибачились. Але так, тихенько вибачилось. Просто інформаційний був. І Макрон теж, Франція теж заявляла, що націоналізм ні к чому хорошому не приведет. Чому це відбувається зараз? Моє мнение, що спочатку Україну використовували як розмінну монету між Європою, Росією, тобто місце, де не жалко, нікого не жалко, ми будемо тут якось грати. Хорошо, це заходило. Порошенко... Отлично, вот с радостью. Я програв выборы, да. Не, продолжал эту политику, да. Но проблема в том, что это все вышло из-под контроля. Все вот эти неуправляемые фанатики, радикалы, которые бросаются на людей, мы это видим вот каждый день, вот опять недавно напали на митингующих людей за русский язык. Они вообще не управляют. Мы об этом говорили еще год назад, два года назад, что то, что мы разрешаем делать сейчас, они потом выйдут из-под контроля и потом своего же хозяина укусят. Они кусали Порошенко, мы помним. И сейчас, наоборот, понимают, что нужно вот эту вот радикальную тусовку сворачивать. Скажем, более большие государства, которые решают побольше нашего пока что. Может быть, однажды мы все-таки станем государством, которое решает. Дуже хотелось бы на это сподеваться. Вот. И вот это пытаются задушить, загасить. Поэтому и сейчас возникла эта информация и эти разговоры, чтобы мы перестали выходить из-под контроля. Чтобы мы все-таки не были разменной монетой, мы должны следовать своего курса. То есть уважать мнение всего населения, то есть не только Запада, но и Востока. Потому что если мы этого делать не будем, мы потеряли Крым, мы потеряем еще Донбасс вот с концами, то есть... Зеленский вместо того, чтобы говорить, вот он же говорил перед выборами, вот давайте возьмем людей из Донбасса, пускай они будут хотеть жить в Украине. Мы сделаем все условия. Где эти условия? Закон на языке? Да, спасибо. Люди с Донбасса говорят так, спасибо, вы нас там не ждете. Хорошо, там об образовании тоже. Заявление по поводу вот этих тоталитарных государств, то есть тоже люди, которые, дедушки, бабушки воевали, много украинских смертей было на Вторую мировую, чтобы защитить свою страну. У меня дед тоже умер, прадед, умер за эту страну. И я не могу сказать, что он воевал конкретно там за Сталина. Нет, он воевал за свою страну, за Украину, то есть и за своих родных, за своих близких, за свой народ.
некрасиво, я считаю. И он еще больше отворачивает. И мы вот очень рискуем потерять. И мы должны об этом говорить. Здорово, что вы об этом говорите. Обращайте внимание общественности на то, что это неправильно, и мы опять-таки рискуем все это потерять. Я не очень хочу. Поэтому надо кричать, обращаться к зрителям, чтобы мы были более осведомлены. В общем, чтобы мы больше понимали, что происходит в нашей стране. И, возможно, когда произойдет все-таки импичмент какой-то, все-таки поменяется немножко повестка дня, еще пару, не знаю, каких-то выборов Зеленского, и он реально рискует потерять свой трон. Чтобы мы потом выбрали кого-то другого. Из всех предложенных, тот, кто держит слово. Добре. Дякую. Дякую за цю розмову експресивну. Мені дуже сподобалось. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ! Топ-блогери України. Несмотря на наше отношение к этой психичке, к Тетяне Черновол, то, как с ней поступили, это выходит за рамки любого понимания. Но это ганьба. Потому что, во-первых, она пострадала на Майдане, а во-вторых... Янукович и Кобзар доганяти мене через ДБР, тобто дозачищати. Під час Майдану не вийшло, а зараз, от, в принципі, користуючись таким інструментом, можна мене зачистити. То есть Тетяна рассказывает о том, что ее будут догонять, преследовать, мстить за Януковича путем преследования со стороны ДБР. Я думаю, Тетяна будет заслоняться вот этой вот историей еще и в случае, когда она получит подозрение. Потому что подозрение ей обязана прокуратура в самое ближайшее время вручить, ибо расследование проведено, все факты налицо и факты доказаны. Тетяна совершила преступление в отношении нашего журналиста. Я думаю, она тоже расскажет, что это Путин. Чи будуть знов-таки клієнти Бабікова, Янукович і Ко мене доганяти як людину, яка ініціювала конфіскацію грошей Януковича $1.5 мільярда? А вот у Тетяны вполне возможно есть такая история, когда меня кто-то догоняет, меня преследуют. Вот, наверное, есть такая штука. Я смотрю, наверное, есть, да, Таня? Я не хотіла, щоб зривався брифінг, я чекала, поки журналісти зададуть свої питання, щоб в кінці його спитати. Тетяна ждала, когда зададут вопросы журналисты, она не хотела срывать брифинг. Что произошло? Она пришла в ГБР на брифинг, но никто не знал, как она туда прошла, потому что была аккредитация, Тетяна аккредитацию не проходила. Кто-то ее туда провел каким-то черным входом, куда-то спрятал за унитаз, а потом она отпочковалась оттуда и появилась уже на пресс-конференции. Никто не знает, как она там оказалась. Вот как это происходило. Она не мешала, конечно, проведению пресс-конференции. Можно я еще прослушать? Подходит депутатша от Европейской солидарности Ионова. Ты что, не знаешь, я Ионова. Конечно, всех интересует, каким образом вы туда попали. Татьяна, как вы попали сюда вообще? К ее шефу Порошенко нельзя было просочиться, даже имея аккредитацию. Не буду задавать вопрос. Это фейковый директор. Зараз мы маем брифинг справжнего директора. Полиция ничего не делает, не выводит человека, который непонятно каким образом прошел в ДБР. Вполне возможно, у этого человека ствол в кармане, он хочет завалить кого-то, а с учетом ее справки у нее ничего, ей ничего не будет. Надо же ответственности не понесет, если кого-то пристрелит. Якимось бійцівським прийомом мені пошкодили ногу. Причому це було зроблено зумисне. Тобто хтось із них нагнувся, якось взяв мою ногу, якось так крутнув. Вот о чем я говорю. Вот это недопустимо. Тетяні повредили ногу бойцовським прийомом. Він тепер мене буде доганяти? Тобто зараз мені зламали ногу на замовлення Януковича Кобзаря? Сломали ногу. Ну, там вообще был слух, прошел, ампутировали.
Отгрызли ногу. Отгрызли ногу. Щоб я не задала питання. Ви можете сказати, як ви потрапили до зали? Зайшла. Я не пам'ятаю, як. Как можно человека, который даже не помнит, как он попал в помещение, оставлять в этом помещении? Она не срывала никаких пресс-конференций, ложь. Ну, теперь мой любимый момент. Я не пам'ятаю такого прокурора, проте... Это, по всей видимости, тоже журналисты. Ну, теперь слушайте, как. Она могла бы петь, правда? Прям в дурке так и пела бы. Тоненько, тоненько, да? Но это все недопустимо. В общем, с чего я начал, тем хочу закончить. Это недопустимо. Психбольные должны сидеть в психушках. Тут немає табу. Екатерина, дуже дякую тобі за те, що ти була сьогодні з нами. Як завжди, весело і позитивно виходить, не дивлячись на те, що теми достатньо серйозні. Оптимізм не потрібно теряти в цих случаях. Так, 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 згоден з тобою. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ та блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. До побачення, па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.